Русская православная церковь отметила день прославления святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Ровно 25 лет назад, в 1989 году, он был причислен к лику святых. Православные москвичи, духовенство и митрополит Ставропольский, Невинномысский Кирилл помолились за торжественным богослужением в Донском монастыре столицы, где находятся нетленные мощи святителя Тихона. 9 октября в церковном календаре – один из дней памяти святого патриарха Тихона. В этот день, в 1989 году, архиерейский собор Русской Церкви прославил патриарха Тихона Белавина в лике святителей. Для Московской патриархии это был беспрецедентный шаг. Впервые был канонизирован мученик, пострадавший за веру не в далекие века, а в годы относительно недавних большевистских гонений. Тем самым в Русской Православной Церкви было положено начало канонизации новомучеников и исповедников 20 века. Сон которых ныне возглавляет святитель Тихон. Патриарх Тихон – первый патриарх Русской Церкви после нескольких сотен лет синодального периода. Он зашел на церковный престол одновременно с началом гонений на церковь. Он принял на себя первый удар. Святитель являлся олицетворением кротости, доброты, сердечности, но был непреклонно тверд в делах церковных, особенно при защите церкви от врагов. В годы разрухи, гонений и церковного раскола, поощряемого извне богоборческой властью, он сохранил церковь в чистоте православия, призывал паству уклоняться от участия в политических партиях и выступлениях. Известно его послание Совету комиссаров, тогда руководителям нашей страны, большевикам, которых он призывает при год 1918, через год после революции, ознаменовать годовщину власти большевиков прекращением пролития крови, прекращением разграбления людей, уничтожения имущества, осквернения святынь и убийством священнослужителей. Несмотря на гонения и прямые угрозы жизни, патриарх служил почти ежедневно. Последний год жизни он был серьезно болен, но служил по воскресеньям и праздникам. За два дня до смерти он совершил последнюю литургию в церкви Большого Вознесения Донского монастыря. А в 1925 году на Благовещение в возрасте 60 лет патриарх Тихон скончался в больнице на Остоженке, по официальным данным, о сердечной недостаточности. Современники говорят, что на похоронах патриарха Тихона было гораздо больше людей, чем на похоронах этого страшного вождя революции Ленина. И сегодня, дорогие мои, да, он был канонизирован 25 лет тому назад, в 1989 году, здесь, в Донском монастыре, и поныне почивают его мощи. Мощи святителя Тихона были обретены только в результате несчастного случая. Так, в 1992 году в Малый собор Донского монастыря была брошена бутылка с зажигательной смесью. Была вскрыта большая часть пола. Тогда-то на дне трехметрового склепа археологами и был обнаружен дубовый гроб с мраморной доской. Святейший Тихон, патриарх Московский и всея России. В настоящее время рака с мощами святителя Тихона находится в Большом соборе Донского монастыря, слева от царских врат.